обсуждаемые новости в интернете, интересные личности, таинственные блогеры в реальной жизни. Все это в программе «Блогеры». Мы открыто говорим о том, о чем молчат в СМИ. Темы закрытые для тех, кто далек от открытого пространства интернет. Блогеры в эфире. Пока в интернете до сих пор бурно обсуждают пост российского блогера Варламова, другие пишут о маленьких городах нашей необъятной родины. И несмотря на отсутствие небоскребов и много меньшим количеством снегоуборочных машин, прекрасные ощущения в Кокчетаве вам обеспечены. Пару слов про город. Да, я его знаю не очень хорошо, но очевидно, что он вполне уютный, тихий и спокойный. Город для жизни, для отдыха. Баден-Баден. Никакой суеты, никакой спешки, умиротворенность. Кажется, там не бывает многолюдно, и вообще понятие «час пик» не про это место. Старенькие дома, но зато всегда светло, аккуратно, уютно, ухоженно. И окружено холмами. И озеро, и буквы, и деревья, и рассветы. Ой, что-то я увлекся. Этот город настоящий. Да, летом там действительно лето. Зеленое, голубое, с морем, с чистым ясным небом, с яркими фонарями, с комарами, наверное. И самое главное – с ощущением лета. Какой прекрасный пост! Сразу захотелось в Кокшетау. А Синегорье звучит ровно как Средиземье Толкиена. Тоже был там один раз. И тоже очень понравился город. Компактный, чистый и люди клевые. Славно по-разному каждое место. Но богатство города, как известно, в людях. Нам удалось побеседовать с одним из достойнейших представителей своей области. Полицейский, который знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Не боится быть честным не только на службе, но и в соцсетях. Азамат Сарсенбаев в гостях программы «Блогеры». Я работаю в УВД города Актау, до Магистралской области, как находится. Это помощником участкового в своем микрорайоне, 27-м микрорайоне города Актау. Вы стали известны в интернете благодаря своим постам. Да. Расскажите, пожалуйста, о чем они? Вначале писал просто, чтобы излить душу, что ли. А потом уже во что-то переросло, наверное. Но более социальной стало. Ну, после того, как начал работать в органах, я как бы свой блог перенаправил. Ну, конечно же, каждый день уже сталкиваешься с людьми, которые как бы негативно высказываются насчет полицейских. У нас, как бы сказать, что не делаешь, что вообще не угодишь никому. Понимаете, делаешь свою работу, по-любому не угодишь. Не делаешь свою работу, по-любому не угодишь. Это как бы замкнутый круг. Поэтому я в основном пишу в своих блогах то, что я чувствую, да, вот, например, своим примером и в своих взглядах показываю, что каким должен быть казахстанский простой полицейский. Расскажите какие-то истории, о которых вы писали. Например, один пост чуть не закончился для меня увольнением. Да. Я, как бы сказать, на дежурстве, ну, на работе, поступил вызов о том, что там ребенок погиб на площадке, детской площадке. Но я пошел туда. Ну, ребенка забрали сами родители. Ну, по дороге мальчик умер. И я пошел на эту детскую площадку, увидел, что там лежит там большая такая баскетбольная, ну, кольцо, да? С таким большим железным кругом. Оказывается, этот ребенок, 9-летний мальчик, просто висел на ней, ну, игрался, что ли, ну, пойди же. Детская площадка должна оборудоваться очень как, да, крепко, качественно же. Должен выдержать вес любого человека. Это, конечно же, все-таки труд же. На нее деньги складываются, работают же люди. Этот круг упал на голову мальчика, разбил голову, и он упал, он умер. Вот тогда меня как-то заклинило, да, вот. Почему кольцо, которое должно выдержать вес большого человека, упало именно на 9-летнего мальчика, именно в детской площадке, которая качество должно быть на высшем уровне. На нее же деньги вкладываются, 3 миллиона за каждого вот маленькую площадку, да, а ничего по-человечески нельзя было сделать. Тогда меня вот задело, да, что почему так? И я написал гневный пост на этот случай. Ну, это, конечно, резонансная ситуация была. Тенгри Ньюс там подхватил, Лада подхватила все это.
И, конечно, начался разбор полетов. Пытались там что-то сделать, ну, кричали, ну, это как всегда на работе бывает, началось. Но потом, кажется, в Твиттере написал там, что меня вот так пытаются уволить. Ну, потом СМИ подключилось, а потом начальнику ДВД там сказали, ну, он потом меня позвал, начальник ДВД Магиставской области, очень хороший человек, оказался понимающийся. Он сказал, поговорили, он предложил мне в пресс-службе поработать. Но я отказался, так как хотел работать именно в этой стезе, чтобы работать с людьми нормально. Почему к полицейским относятся негативно? Почему в присутствии стражи порядка люди чувствуют себя некомфортно? На эту тему Азамат выложил пост, в котором поделился своими размышлениями и получил множество откликов людей в гражданском. Полиция – орган исполнительной власти, требующийся в любом гражданско-правовом государстве, где ценности человека, его здоровье ставятся на первое место. Однако в любом государстве права человека могут быть нарушены людьми, решившими прибегнуть к правонарушению, то есть они решили переступить черту дозволенного. Полиция обеспечивает в первую очередь сохранность общества, то есть там, где есть полиция, люди менее склонны к правонарушениям. Второе – обеспечивать социальную справедливость путем розыска людей, прибегнувших к различным преступлениям. Не чувство дискомфорта полиция вызывает, а скрытое чувство вины, продуцируемое еще с детства. Это психологическая подоплека. Каждый гражданин для полицейского – потенциальный подозреваемый. У меня есть друг, полицейский. Он тоже молодец, честный, подтянутый, умеет думать головой. Ведет себя подобающе. Еще он гордится, что работает в органах. Полицейские – такие же люди, как и мы. Стремление к идеалу всегда почетно. Азамат Сарсенбаев не останавливается на достигнутом и даже мотивирует своих коллег. Первое. Не ленитесь. Лень – это самый главный враг в работе полицейского. Второе. Всегда быть внимательным. Работа полицейского очень трудоемкая и очень ответственная. Тут нельзя ошибаться. Третье. Всегда оставаться человечным и вежливым. Ведь к вам идут люди, которым нужна помощь. Всегда нужно понимать их горе. Помогать по мере своих сил и возможностей. И если оставаться черствым и грубым по отношению к гражданам, то грош цена таким полицейским. Четвертое. Быть бдительным, смотреть по сторонам и стараться видеть неуловимые на первый взгляд вещи. Пятое. Быть аккуратным. Как гласит народная мудрость, по одежке встречают. Всегда нужно быть выглаженным и чистым, ведь приятно же ловить на себе восхищающиеся взгляды. Шестое. Планировать свою работу. Сесть вечером, достать рабочую тетрадь и думать, что я могу сделать на завтра. Седьмое. Заниматься спортом. Восьмое. Уметь разговаривать и доносить свои мысли до человека. Девятое. Всегда быть в курсе всех событий. Десятое. Быть грамотным человеком. Не хочу говорить за всех полицейских. Видимо, не зря сложился такой стереотип в их отношении. Но автор поста – один из людей в погонах, который шел к своей мечте и, думаю, стал настоящим полицейским. И вышеперечисленные качества в нем присутствуют. И взяток не берет. Вот так вот. Автор поста всего-навсего описывал здесь свое, так сказать, становление. Потому вы и считаете его хорошим. Я считаю его таким же, как и всех остальных полицейских Казахстана, а мое мнение о них далеко не лучшее. Ваши мнения субъективные. Возможно, вы потенциальный нарушитель, а автора я знаю давно. Согласна, что есть оборотни в погонах, но всех стричь под одну гребенку не стоит, ведь есть достойные люди, многие из которых ежедневно рискуют своей жизнью. Вы зайдите в городдел своего города и посмотрите на стенды с траурными лентами. Думаете, они просто так отдали свои жизни, чтобы их близкие получили выгоду? Более подробную информацию вы можете найти посредством QR-кодов. Для этого на вашем смартфоне или гаджете должно быть установлено специальное сканирующее приложение. Наведите устройство на изображение, и вы легко сможете перейти по ссылке. Это были блогеры и я, Анжела Гарипова. Следите за своими мыслями, постами и комментариями, потому что мы следим за вами.